троллит. По одному выбиваем. Сначала убиваем первого, аккуратно выбиваем. Не бурстим его, просто аккуратненько тычечками убьем его, без доток, без всего. Как только вы его выбили, из-под него выльется вонючая лужа, маленькая такая. В нее нельзя вставать, она практически шотает. После выбивания МК бьем скелетиков, заливаем скелетиков, подконтраливаем МКшников, потом второго выбиваем, то же самое со вторым, и третьего выбиваем, то же самое с третьим, и все заново начинается. Все. Да и да, вот возьмите все огурчики. И все. Чек на пул. Равник вызывай. А, у нас Гера нет. Ну, а похуй. За две взлетки все равно сожрем его. Где она падает? Здесь? А, да, история. Очень важный момент. Так вон. Вон. Чуть дальше. О, да-да-да. История. Очень важный момент. Если на тебе появится меточка, я тебе скажу, отдашь все свои бурсты, сейвы и тому подобное. Потому что под МК, если ты этого не отдашь, пейте на эту хуйню. Алло. Алло. На пульте. Я не вижу, пока она стоит. Нормально стоит. Милики ушли. Плохо напулили или что происходит? Бейте, короче, пока. Ну, прохил. Понял. 80 тысяч. Ешь, падайте. Что такое? Что происходит? Типа она дает 26, потом 24 и все. Не прохил, получается. А история как умер? Ближний бой, у меня пичка прилетела. Чередой я ему долил из-за этого. А. Хан, ты напуливай этими трапами. Они мгновенно срабатывают. Какую ёпану потом? Вы что, на приколе, что ли? Может, равник её потанчит. У него, наверное, тут, больше опыта. Тут все закрывается с первого раза. Какая она тяжелая? Она элементарная. Да, пускай рарник у него хоть и ревностный есть. Меньше шансов. Ну. Хорошо, давайте рарник. Я просто за танков вообще не шарю. Там, если рарник сможет ее вытащить, я только за. Рарник знает, что делать. Да, хуёво хилили просто. Да, получается. Да нет, просто лагал один хил. А у тебя ДД спекта есть, Нурик? Конечно. Ну, всё, с кайфом. У меня танк это лов спек. Почему да, не меняет первый квест, что я не понимаю? Давай, рарник, туда в танк спекайся. Ставлю рыбу. Ешьте рыбу. Зато у нас сейчас Гера будет. Из приятного. Давайте 12 минут эти фласки. Надо ее убить сейчас. По-любому. Так, господа напульщики. Напуливаем в рарника. Он у нас сейчас МТ. Сейчас помню. Мода же с троллейбоем у тебя. Чек на пол. Рарник вызывай. Идите подальше, РДД.
Пейте припод. Милики, уходите. Рик, уйди оттуда. Рарник, анонси, если тебе надо будет какие-то сейвы. Ну, в общем, на фул просто держите его, по идее, ему должно убить. У нас геймплей, блядь. Сейчас зубы надо будет. История Брокси Кайн. Заходите в эту. У меня все зависло. Все, извините, я здесь. Первое выбиваем историю. Кайна контролю я, Брокси контролит Тёма через сфир. Дейнер. Через сфир Вара лучше не пробовать. Когда мы прожимки сдавать свои? Пока не надо. Еще раз, первое выбиваем историю, потом Кайна, потом Брокси. Я Кайна контролю, Брокси контролит лок. Отдавай свои прожимки. Подальше отойдите только от нас, чтобы мы это... нас не взорвало. Историю подтяните сюда каким-нибудь образом невероятным. Убиваем историю. Я иду, проконтрольте Вара. Вара, проконтрольте. История не вышел. Бьем скелетов. Да я не успел там, я даже стрим прожил. Да, я понимаю. Бьем скелетов быстрее. Так, не вешайте дотки, пожалуйста. Вара контрольте. Надо его контролить. Ну, ладно, контрольте. Добиваем скелетов. Вбивайте Вара тогда первого. Следующего, точнее. Быстрее только делайте. Мы очень долго это все бьем. Вара вообще куда-то убежал. Ладно, пусть. Страшно. Бьем Кайна тогда. Кайна бьем, тогда уж все, пофиг. Блин, я ему. А, я ему лунный огонь повесил. Готовьте его прохиливать сразу, я его дотку скину. Ладно, понятно. Хоть убери бьем... своего пета, он меня кусает. Бьем скелетов. Бьем, я подниму Кайна. Быстрее только дайте масс этот, масс урон. Брокси законтрольте. Рар, не готовься ловить. Кайна, вы уже выбили Брокси. Рарник, дай ему сейв. Кайна поднял. Все, заливаем оставшийся трэш. Поактивней. Кайну, Кайну фулл баф. Быстрее, 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 быстрее. Ловите, погибель ловите. На пулу на погибель дайте. Скелетов точно долейте. Давайте быстрее это. Хеда, гим на ману дай. Все, поехали бить. Мне надо было на Варе стрелу купить. Наверное. Вика, никогда дотки не вешай на тех, которые в контроле сидят. А я сейчас такая на похоронил. Не ты один. На меня шипаешь, чему свою накину?
Я отъехал сразу же. А, нормально, сейчас я аккуратненько вторую эту взлетку бахнем и добьем. У меня походу резать даже не надо было. Нет, ты этот быстрее скелета добиваешь. Сука. Так, сельдь, Каин и Брокси. Первый выбиваем сельдь. Да-да-да, первого сельдь выбиваем. Каин и я контролю, Брокси контролит лог. Сельдь, я тебя очень прошу, отдай, когда я скажу разрушение там или еще что-то, потому что нас так Нурик трахнул один раз. Рарника поднимите по хп. Дайте зубы по рарнику. Уже не успели. У нас плохо, что нечем вытягивать из костра. Сельдь, выбежишь тогда, как только этот, как только она взлетать начнет, потому что нам нечем тебя вытягивать. Давай Инер. Давай Инер. Сдавайте все, отдавайте все свои прожимки. Скорее. Сельдь, беги к нам беги, не от нас, а к нам. Где же ты, Сельдь? Она сейчас в этом. Слияние с тени убить лучше. Выбиваем сельдь. Брокси, проконтрольте. Выбиваем сельдь. Аккуратно выбиваем. Сильно не бурстите ее. Кайна за контролю. Выйди сельдь. Ладно, бьем скелетов. Вы либо как-то неправильно выбиваете людей, либо люди АФК. Вы ее просто на углях. Выбили там угли. Так нет, я понимаю, что угли. Просто убежала не в ту сторону, поэтому. Наебаш. Не, не наебаш. Давай он. Убивайте Каина. Все, Каин, выйди, выйди, выйди. Выйдите из лужи, Тянка, выйди из лужи. Дайте массейв от Рарник, дай массейв. Отойдите от Брокси. От Брокси отойдите, обновите ему этот. Эфир обновите ему. Снимите с меня мобов, снимите с меня. Соберите мобов в одно место. Сель, дай гимн на... А, ты лежишь. Класс. У меня маны нету. Ну, бьем скелетов так. Я точечно бью. Быстрее. Лейте. Урон просто дайте по скелетам. Мы сейчас добьем ее. Брокси, смотрите за контролем. Там 4 секунды еще. Брокси выбиваем. Аккуратно выбиваем. Никаких доток и тому подобного. Выбивайте его. Я не могу, у меня маны нет. Стоп, урон по нему. Тянка, выйди из лужи. Поднимите рейд. Рейд поднимите. Что происходит? Почему вы падаете? Там от лужи надо отбегать метров 15-20. Ой, блядь, падайте. Люди, вы умираете от маленькой лужи. Вы издеваетесь? Падайте, падайте. Нам нужно было просто спокойно долить этих скелетов и добили бы ее. Нет, надо еще раз ее убивать. На углях выбиваете, люди, они сдыхают от угля. Мы не можем вытянуть их, понимаешь? У нас Каин два раза был в контроле. А я что, вытянуть надо отбежать от углей самим. Это да, это я понимаю. Это я просил, но не хотят. Я, кстати, когда горел от бот ШП. Да нет, все понятно. Сейчас всем уже объяснили еще раз, что не надо доты кидать. А на мне хоть раз зубы кидали? Да, один раз, когда я сказал. Че меня? А че мне ревностный прокол на второе сожжение? Не знаю. Зубы кидались, если я видел. Самое главное, когда вас выбивают из МК, у вас все равно процентов 20 хп есть. Блять, уйдите от этой лужи. Просто сразу же пули вылетайте. Зажмите В, когда вы видите, что у вас уже мало хп. Или на чем вы там играете?
Чтобы вы не умирали, когда вас выбивают из замка. Мы сейчас потеряли 3 человека топ, когда они вышли из замка. Это вообще как? Надо щиток постараться кинуть, когда человек выводится. Да, Тянка, ты вместо кольца света щитки кидай лучше. Да. Смотрю, ходит кольцо света, хуярит. Где у нас мертвый? Давайте бегите. Реклама будет, есть у кого-то? Поставьте чинилку кто-нибудь. Зарабись. Почините сразу все. Даже кому не надо. Ставлю рыбу. Ешьте рыбу, возьмите огурцы, кому там надо. Давайте уже это закрывать погибель. То это не смешно. Ну, Рик. Чего? Фласки и масло обновите. Они закончились. Все, фулл ребаф и погнали. Нифига себе. Че? Я молчала и говорила? Ты молчала и говорила, да. Заебись. Тебя не слышно. Я хочу в пати с тобой, ой, дай мне крит. Че, не будет у нас какая-нибудь десятка? Не знаю. Тебе можно попробовать. Крит хочу. Спасибо. Так я его... А, ну у нас 2 орка. Окей. Все? Ты да, еще у этого... ДЦшника мне в пати, чтобы я ему ману резал. Если она ему нужна, конечно. Я это... Волшебный поток и... Слав, я дал тебе помощника, там... Решите, как вам надо. Рарник, давай, погнали. А я хочу крит, обязательно. Мне крит. Крит, тебе мана нужна, а не крит. Ты ДЦ. Предвешай дополнительный щиток. Ну ладно. Не понимаю, сова на всех действует, если что. Пейте припоты. Мне показывает 24%. Сова действует на всех в рейде. Поэтому она, по сути, и нужна одна только в рейде. Так же, как и ШП. Так же, как и ДЦ, Эрдру и так далее. Милики, выйдите из... Угу. Норик, ты там чё? Что? Ты спамишь просто в рейд. Блядь, это хуйня. Найс макрос, блядь. Макрос сломался. Это держи танк. Зубы. Зубы Хеда. Блять, повезло. Поздно. История Каин... Бобин ход, подождите. Бобина первого убиваем, Кайна я контролю. Историю контролит Лок. Сначала убиваем Бобина, потом Хисторию, потом Кайна еще раз. Вилки потрать, просто сними их сразу. Кош, не забудь. Да, я скажу, когда вам все кнопки надо будет отдать. Бобин тогда под конец выбежишь к нам. Чтобы мы тебя быстро за это выбили. Дотки никто не кидает, да, но выбиваешь. Даем. Я ротация в дерьме из-за этого. Отдавайте все свои кнопки. Быстрее. Бобин выбежал.
Выбиваем. Поднесло. Выбили, заливаем. Хан, что ты делаешь? Почему ты здесь? Хан умер. Так он умер в луже. Убивайте скелетов. Скелетов только соберите все. Историю контроль. Блять, Андрей, отъебись от меня. Ёбаный сыр. Выбиваем историю. Аккуратно выбиваем историю. Ебать. Выйди. Бьем скелетов. Меня поднимите по хп. Меня по хп поднимите. Бьем скелетов. Все более-менее. Если бы еще Хант не умер. Еще Берри есть, наверное. Я понимаю, что есть... Да, блядь. Я понимаю, что есть. Че, зависла? Блин. Че, ты зависла? Я подвисаю иногда просто на секунду 5-10. Давай гимноман. Кайна выбиваем. Аккуратно. Выбивайте, выбивайте, он на мне висит. Даже бить не хочу. Все. Ну не сильно же. Вы че, блядь? Я хуй знает. Поднимайте. По это рейд поднимите по хп. Я Бобина поднимаю. Я хуй знает, что вы там. Что вы там делаете, неинтересно. Как вы умираете после МК? Ловите, сейчас эта подруга уже появится. На пулы сдали сразу в рарника. Историю по хп поднимите. Скелетов бьем. Никто не бьет босс, все бьют скелетов. Милики, выйдите из огня. Добейте скелетов, рарник умрет так. Не вытащит. Да я хуй знает. Хоть записывай. Мне прямо супер интересно. Первый раз вижу, чтобы люди после МК умирали. То есть либо кто-то рофлит и накидывает также дотки, либо я хуй его. Лужа там не тикает сразу же, она тикает там через секунду где-то. Ладно, нормально. Больше не умираете, БРов нет. Сельдь, история, Бобин. Сельдь первого выбиваем. Историю я контролю, Бобина контрольте лог. Блин, тебя зубы покидать. Уже прозевали зубы. Еще будут. А на следующий 50 на 50 у меня есть. Okay. Давай все равно зубы нормально. Блин, почему они не дались? Я же нажала, сука. Ладно. Бобин, я надеюсь, у тебя снимается лук, когда ты в МК. Да. Супер. Каску по Бобину надо будет обновить. Отдавайте все свои кнопки. Ты, кстати, дух гадюки включи, пока ты в этом будешь МК. Как раз и мана зарезается. Кнопки включи, отдайте все. Сельдь, выйди к нам, выйди к нам. История, зачем ты к нам выходишь? Ой. Страшно там стоять. Ёбаный ужас, а. Выбивайте сельдь, что вы смотрите на нее? Аккуратно только выбейте. Щиток под конец дайте ей. Вот, аллилуйя. Бьем скелетов. Аккуратно бьем скелетов. Поближе, так историю этот. Историю выбивайте, короче, уже хуй знает. Поднимите по хп. Бьем скелетов. Дайте массейф от рарника. Берите с меня скелетов.
Прям скелет. Волна мрака это по луже? Да. Но я из нее выбежал уже. Она на 15 метров пыли. Бобина, смотрите. Нельзя Бобина сейчас убивать, нас убьет. Прием скелет. Не знаю, у меня ощущение, что... После рейда. Убиваете Бобина? До выбиваете. Аккуратно, аккуратно совсем. Да, молодец, Бобин. Бля, посохом захуя. Все, добиваем скелетов и добиваем босса. По КП поднимите нас. Добиваем скелетов. Скелетов заберите. Ловите погибель. Скелетов сначала точечно бьем. Быстрее. А то сейчас еще одна взлетка будет. Каин. А, он и так был мертв. Сорян. По идее, можем сейчас убить, да? Да-да, мы его убиваем сейчас, если никто больше не затупит. Нет, дайте гимноману, пожалуйста, если есть, сейчас, я и плал в рот. А я могу миликом побить? Сможете меня тоже похилить читком? Рокси, поднимите по хп. Не, ладно, не буду лучше. Ебать, там тебя там с того света сейчас достали. Ну, пиздец. Я не знаю, что хотите, делайте, 20% вы должны стеснять. Ну, если бы я бил, могли бы еще. Ну, сейчас посмотрим. Если будет прям совсем впритык, все побегут убиваться об него. Хейки, Сельти и Бобин. Чё, меня первый убиваете, потом Сельть, потом Бобина. Сельть контролит лог фиром, а Бобина контролит история. Блин, опять зависло. В смысле история? Спрей лежит. А, история лежит. Класс. Ну... А кто у нас еще может контролить? Я могу... Короче, я хуй знает. Есть массейв, Рарник? Нажимаем массейв, идите все бейте, я ебал рот. Идите бейте. 10% мы добьем. Оверхильте. Вара, хильте только, пожалуйста. Кинь ПС-ку в локо. Я уже тебе его кидала. Рарника поднимите. Какая нахуй ПС-ка? Рарника поднимите. Добивайте, лям остался. Пиздец, блять. Меня сразу выбивайте из контроля, я выбежал. Меня из контроля быстро. Бегом, 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 бегом. Сейчас вам пизда будет, если вы меня из контроля не выбьете. Поднимите меня по хп. По хп поднимите меня. Скелетов быстро все лейте. Лейте скелетов. По Сельде надо контроль срочно, сейчас окружающий кинет. Сельдь далеко. Да, да и надо сесть. Бейте скелетов. Бобина законтрольте. Все сейчас сокрушение даст. Я не могу бить еще и контроль давать, я хуй его знает. Короче, я ебал, бейте скелетов. Просто живите. Посельди. Бобин. Контроль посельди, дай лок. Локс. Бьем скелетов. Массейв, рарник, если есть. Бейте, бейте скелетов. Просто проживите до ее появления, и мы ее добьем. Там 700к. Анимейника поднять. Посельди где сейчас? Посельди контроль. Быстрее скелетов доливайте, сейчас сели будем выбивать. Дайте ей стану, значит, сокрушение успеет нажать.
Добейте скелетов быстрее. Сельте в контроль дайте. Хорош. Все, добиваем скелетов, убиваем сельдь. Сельдь аккуратно выбиваем. Не умри, я тебя прошу. Я понял. Живите. Просто живите и все. Бьем скелетов. Мобов с ними снимите. Все свичнулись в погибель. Все в квагибель свичнулись. Ой-ой-ой. Я вахую с вас. С каждым разом все интересней. Хуй с вами. Короче, рольте просто печеньку и все. Я не знаю, как это сделать, все. Смысл просто ответственного. А, я что-то хз. Да она не хардовая, а просто... Просто лагает ДЦ и все. Физик. Все. История ГЦ. Есть какой-то макрос на оружие, чтобы брать? ДПМ убирают. Давайте дочистим, досмотрите ли и перекурим 3 минуты. Не, АФКшьте сейчас, плиз. Досмотрите ли, дочистим и по АФКшим. А сказали, будут ролить, поэтому отказалась сельдь. Ну, по факту. Смотри, там даже не все ролили. Сколько там? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, кроме нее все роли получается. Тарья, ты уже вкинул ее? Ну, хочешь вкину? Ну, с сельдью только поролить можешь все. Ну, да, кинь ролл просто и все. Сельдь, кинь ролл. Ну, все. Да, все, история. Я же помню твой ролл. Все нормально. Можешь вкидывать в себя. Блин, забываешь, что она... Так, ладно. 95 в печеньку кидают. 98 там было, разве нет? Нет, 95. Читер. Не знаю, я по кубику... По кубику я никогда ничего не сраливал. Никогда. Там можно я на копыта на салу зайду? Да, пожалуйста. Нет, а, подожди, нельзя. Какой? Нельзя. Два танка. Няшка. Рарник не вытанчит, если он не может стаки скидывать. Совой пойдешь, я ДК пойду, блядь. А, ну все. Кто хилить будет там? Хуй знает. Экон и ВБ. А где ты экон видишь? Не, он говорит про другой, про следующий рейд. А-а-а. Никогда копыта в два танка не бил. Научишься. Да не, мне-то пофиг. У меня-то задача комнату закрыть. Главное, чтобы рарник справился с тем, чтобы танчить, еще и стан кидать и так далее. А чё, у Кейна нет ДДК? Нет, у Кейна исключительно ДД спек. Давно пора ДДК делать. Не, нахуй надо. По факту. Лишняя головная боль мне вообще ни к чему. Не, ну мне тоже супер лень делать дерево, я согласен. Вообще нету никакого желания. Пока у меня не будет бисовой совы. А бисовой совы у меня не будет, потому что целка ХМ появился. Боль. А ты бабочки копишь? Если дерево сделаю? Да. Плю, но я дерево не сделаю. Сука.
Да там бабочки не очень прикольные на самом деле. Они да вообще я считаю, что они по это обленились. Это я думал там покрасивше это будет все выглядеть. Правильно. А выглядит как бы ну такое. Это просто символ с ритуала. Да, я понимаю. Я просто думал, что это немножко по-другому выглядит. Потому что на фотке-то это выглядело одно, а когда я купил, такой, да, понятно. Ну, на фотке у них там качество Чё? Full HD. Так у меня Full. Тоже качество Full HD. Может, у них 4 Full HD или вовсе Full HD. У тебя тоже Full? Нет. Ну, немножко от фотошопа и немножко отправили по тени. Да. Не, можно, по сути, просто скачать там специальную программку и вообще виды изменить, как хочешь, персонажа, шмотки и так далее. Но мне супер лень этим заниматься. Нифига себе. Это как вон у Батоши бегает с двумя этими. Как они называются-то? Ну, Целидана-то, господи. Азенотки, что ли? Азенотки, да, он с двумя азенотками бегает. Таких же не завезли вроде. Так, там, короче, там специальная прога есть, которая видоизменяет, ну, твои шмотки. Для тебя. То есть я, например, могу сделать так, чтобы у меня был вечный холод за спиной. А другие ходят, смотрят, ты в говне, блядь, ходишь и ржут. А ты в говне бегаешь. И да. Радуешься, да, еще. Хуета полная. Да, блин, не дали поднять. Ну ладно, отдыхай. Да, отдохну. Типа... У него, вон, я на стрим когда заходил, мне было интересно, что за что такое РС-ка. Он бегал с азенотками. Потом мне сказали, что это просто программка меняется и все. А вы, я так понимаю, без палева на МТ посадили рарника или что? Да. Ну сейчас инспектор. А че стоим? Чистить. Не, вы там разбираетесь, мне это вообще не фиолетово. Там как бы не жалуется, просто я не знаю. Я думаю, что он во втором окне в Хардстоун просто играет, ему без разницы. Колоду настраиваем. Да, да, да. Это я помню, один раз уже он не пришел на этот взломан, по-моему, я собирал или куда. Что он играл? Не, в кару собирал, ты в кару собирал. Кстати, взломан будешь собирать? Не, я же ребятам помогал, там на 5-6 босса заходил. Все КД повесил. Конечно, вообще роплеры. Мы убили как бы 5-го босса, приходим на 6-го, а РЛ не знает тактик на 6-го босса, на понимание. Как вы там собирались его убивать без меня, это, конечно, очень интересно. Ну, он ждал, что ты придешь. А, да? Все пон. Ждали, да. Пон. Что там, кто первый? Арн, нормально. Главное, чтобы не этот... Не ядовитый. Давайте так, вы сразу с этой пачкой выйдете. А, да, сейчас, секунду. Выйдите все из комнаты. Обратно я вернитесь. Я дала посох за 11 имя имен. Выйдите все. Сейчас мобов притянут. Чё, Ваня, ты в танке будешь? И чё, все убежали? Юмористы. Кто-то будет пулить или нет? Я уже запулил. Ой, я зависла. О, отвисла. Где ты запулил? А, все, красава. Ты сегодня это частенько виснешь. Да, что-то странно, надо релокнуть. Или просто выйти полностью. О, там надо фласки обновить. Все, го, зачилимся на 3-5 минут. Го. Может, после этого?